У меня ранняя утренняя распаковка. Так рано я еще ни разу ничего не распаковывала. Просто я в лес сейчас иду. А посылочку мы получили вчера вечером. Долгожданная из садового центра «Репейник». Я ни разу не получала ровные коробки от местного СДЭКа Вяземского. Единственный центр здесь вообще в Вязьме, только один офис СДЭКа. И там постоянно сплющенные коробки. Просто слов нет. Ни разу еще не было нормально. Ладно, сейчас я их открою, посмотрим, что там. Ну, там две гортензии, на самом деле. Было сложно, но одну я достала. Я разрезала одно, и через одно ее вытащила, потому что вот так разрезать я даже не поняла, как это. А вот такая красивая гортензия. Это сорт Pinky Winky. Здесь, правда, не написан сорт, но я помню, что я заказывала. Она... Вот такая мотыльковая, то есть здесь редкие крупные цветочки, это стерильные, и фертильные, вот их много. То есть она, у нее соцветия такие вот ажурные. У меня такой еще ни одной нет. А нет, есть Wim's Red, по идее, но она не цвела, я даже не знаю, Wim's Red это или нет. Вот, а вот эта, она пинки-винки высокорослая, может 2,5 метра вырастать, огромный куст. Вот, и на заднем плане очень-очень красиво смотрится вот именно с такими соцветиями. Мне она нужна для разнообразия среди других, вот типа вот такой вот. Вот он, отличный кустик. Мне на самом деле «Репейник» написал, то есть из садового центра «Репейник» написали в WhatsApp и показали фотографию того, что они собираются отсылать. Поэтому я как бы даже не сомневалась. Вот, у них вообще замечательная и работа с клиентами, и отношение к растениям. У них есть канал на Ютубе. Вот, и я знаю, что, то есть, это не они выращивают гортензии, но, насколько я знаю, они обычно их берут в питомнике Лескова. Там тоже офигенные, как бы, и работы ведутся, и, в общем, все замечательно. Сейчас эту открою. Ну, вот она и вторая. Это гортензия Bonfire. К сожалению, сломался кончик веточки. Не знаю, это, видимо, не выдержал то, что его загнули. Но это ничего страшного. Я его на черенок пущу, хотя уже поздно. Попробую. Вот. Зацвести, я думаю, он все равно не успеет. Это все-таки уже середина сентября. Bonfire, она очень красная. Вот. Вообще похоже на Wim's Red, но Wim's Red я еще не видела, то есть в руках. Вот. Так. Вот такие вот у нее соцветия. Она уже все зимовать собралась, листья красные. То есть если будет большой такой куст с красными листьями, очень красиво будет. Вот, теперь у меня две новиночки. Я очень рада, причем это получилось как? Какая это? Diamond Rouge. Ой, Bonfire. Diamond Rouge, да, Bonfire. Это мне весной пришлют, я заказала. Да, Diamond Rouge, это я о мечте говорю. Короче, везде сейчас этот Bonfire, это новинка 23-го года, у меня его еще нет. Ну, Diamond Rouge. Тоже красный, тоже красивый. Тут, правда, почему-то цена написана 3000 рублей, но это все вранье. Я ее не за такую цену покупала, намного-намного меньше. Вот, по-моему, все вместе обошлось, такую сумму вместе с доставкой там совсем. Ну вот, да не, меньше даже еще. В общем, Diamond Rouge. Вот такая тоже очень красивые цветы, уже осенний цвет, она сначала белая распускается там. Вот, и вот уже на следующий год, я надеюсь, если не будет никаких катаклизмов, то есть я обрезаю на 2-3 почки вот так вот, и у меня будет на каждой веточке где-то по 2 или 3 веточки, то есть здесь будет уже большой пышный кустик. Вот, на следующий год я с удовольствием на нее посмотрю. Так что я вот очень довольна. Я вот... Сначала смотрела видосики из питомника Лескова. Хотела, как у них купить гортензию, пыталась узнать. Они только оптом работают. То есть у них нет розничных продаж. Потом я увидела информацию, что
садовый центр «Пеник», один из тех, кто закупает у садового питомника Лескова гортензии на реализацию, забирает. Ну и, соответственно, побежала в этот репейник искать то, что мне хочется. Вот она выбрала два сорта, которых у меня нет и которых хочется. И они приехали вот такие вот уже с цветами в замечательном состоянии. Жаль, что вот тут отломился, но сейчас, то есть летом это было бы очень обидно. Сейчас нет, потому что их все равно надо обрезать. Я не знаю, осенью или весной буду ранней. Но все эти палки обязательно надо обрезать и вот оставлять вот здесь вот междоузлие. Раз, два, три. Я обычно оставляю вот два или три вот так, чтобы были мощные побеги и они росли. Вот. Так, в принципе, все и обрезаются. То есть вот можно увидеть. Здесь обрезка была, вон там была обрезка. Тоже у этой гортензии было всего два побега. И она выдала мне после обрезки вот такой букет цветов. То есть из двух в прошлом году побегов, это меньше, чем там, вырос вот такой куст. Здесь примерно то же самое. Вот, кстати, как окрашивается сейчас так приятно. Это я с веранды убрала, потому что на веранде и света солнечного не хватало. Она зеленеть там начала. Но здесь она сразу розовеет. Вот. И вот эта вот обрезка позволяет вот из двух палочек получить, ну, как минимум 4 побега на следующий год. А здесь и так больше получилось. Ну, а тут я уже успею место подобрать, пересадить. Вот. Так, а вот это я сейчас положу в водичку. И потом попробую зачеренковать. Вдруг она успеет укорениться и перезимовать. Вот. Так. Сейчас придет Маша, соседка, подруга. Пойдем в лес. Кубик еще спит. Скажи, я так рано не встаю, да? Вообще. Думаю, что мы не очень умные себя ведем. Надо к сове зайти. Я еще не заходила к сове. Все, за мной вон идут уже. Ура, идем в лес. Ну, к сове надо все дать. Сова, привет! Нам же надо для хайпа, для более просматриваемости ролика. Привет, сова! У тебя туман на ушах. Или это роса? Кто там идет? Такая смотрит. Привет! Угу, доброе утро. Ай, нет, не доброе? Ну ладно. Мне уходить? Ну хорошо, я ухожу прям даже в лес. Как вчера. Да. Ой. Какое возмущение. Ну, простите. Да, ухожу. Но все равно я тебя потыкаю. Это на счастье, сова. Да, все. Больше не отвлекаю. Пока.